Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 21 июня 2019 года. И, как правило, мы где-то в начале июля иван-чай начинали заготавливать. Ну вот этот год опять жаркий, как прошлый, поэтому я сегодня вот накосил тут целую охапку иван-чая на втором дачном участке нашем. И вот таким образом сижу в гамаке и складываю, битком набиваю листья, обшмыгивая цветочки. Хорошие листья, не изъеденные, но обязательно надо следить, чтобы вот такие вот гусеницы здесь попадаются, не попали к нам в банку. Улитки, бабочки, божьи коровки, вот такие вот, где тля. Если это все попадет в банку, то за время ферментации оно будет у нас длиться порядка 6 часов в банке на солнышке. Вот эта банка уже битком, она набита, больше в нее невозможно ничего положить. Беру и выставляю ее на солнышко. Вот сюда вот, на самый солнцепек. Вот здесь, и пусть она прогревается. Через пару часиков, вот так вот я ее прям наклоняю, через пару часиков переверну на 120 градусов, вот так, потом еще через пару часиков на 120, и в общем-то после этого можно под гнет эти листья. А завтра утром, после того, как полежат под гнетом 32-килограммовым, завтра утром уже можно их очищать от веточек. И вам таких же успехов в заготовке иван-чая.